Ахриксвейба покинет поле. По-видимому, какая непростительная ошибка. И мяч покинет поле. По-видимому, какая непростительная ошибка. И мяч в сетке ворот. Очень четко положил его в девятку нападающий. Сейчас мы узнаем фамилию игрока, который забил второй мяч в ворота киевского «Динамо». Ван Фоссен. Атакует. Защитники, там борется Лужный за мяч, но защитники пропускают двух игроков Андерлехта уже в штрафную площадку. Дают возможность бить, пускают. Двух игроков Андерлехта уже в штрафную площадку. Дают возможность бить. И вы знаете, это уже все. Точка. Я бы сказал так. Хотя матч еще будет интересен. И мы посмотрим с вами эту игру. Ну, Нилис. Хорош нападающий. Просто красавец. Вы знаете, забил гол.